Сейчас на тест-драйве у нас представлен Skoda Karoq с двигателем 1.5 Turbo на 150 лошадиных сил с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач. Впечатления о Karoq только самые лучшие. Это великолепный дизайн, очень вместительный внутри и красивый снаружи. Что самое приятное, это цифровая панель, которая будет доступна вскоре, и двигатель 2 литра дизель на полном приводе. Отличный компактный кроссовер Skoda, пары с таким довольно агрессивным хай-тековым защуром. Второй совик от Skoda зашел, я бы сказал, еще круче первого. Ну, в первую очередь понравился современный дизайн. Она такая вся выдержанная, угловатая. И понравилось то, что в салоне больше места, чем снаружи. То есть снаружи она кажется намного меньше. Управляется легко по сравнению с той машиной, которая у меня сейчас. Конечно, это небо и земля. Очень динамичный, вместительный, отличный автомобиль для семьи. В принципе, управляемость хорошая, двигателя хватает. Двигатель даже на больших оборотах не особо слышен в машине. Вот, и понравилось то, что, конечно, автомобиль, который такой, знаете, характерный, унисекс, он подходит и девушкам, и парням, и мужчинам, и семейным парам, мне кажется, он подойдет всем. Расход довольно небольшой. Я бы брала, конечно, комплектацию Style, однозначно. И, конечно же, добавила бы еще LED-оптику, еще пару плюшек, и достаточно. Впечатление только положительное. Автомобиль просто бомба.